Берем белила, берем кадмий красный. Вопрос. Если в среду не будет занятий, то это отразится на количестве наших работ? А в каком смысле? Не понял. Не знаю. Итак, сначала кадмий красный. Уже внутри его будет разбел желтоты. Здесь тоже кадмий красный. То есть мы перемалываем цвет, который у нас на холсте, в несколько этапов. Сияние происходит тогда, когда идет спектр. Белый уходит в желтый, желтый уходит в красноту, и появляется сияние, эффект сияния. Поэтому сначала краснота, потом желтота. Если бы мы сразу желтый бы посадили, он бы позеленел. Я в этих вот полосочках не уверен, которые я добавил, точечках, полосочках. Ну, попробую, если сойдет, то хорошо. Так, и теперь разбел охры желтой. У кого охры желтой нет, то разбел желтого. И не полностью закрашиваем, а оставляем красноту вокруг. По окружности оставляем красноту. А, может быть, в том смысле, что они будут. Просто вот те, которые есть. Просто они теперь будут только по субботам, потому что, ну, видите, не собираем мы достаточное количество. Ну, в принципе, пусть будут. Вот эти дополнительные. И, наконец, чистый белый. В центр уже желтого пятна. Ну, вроде как и достаточно.